Три постройки повредил огонь во втором гаражном кооперативе на улице 20-я автодорога. Сообщение о возгорании поступило на центральный пункт пожарной связи в 15 часов 36 минут 15 августа. По прибытии пожарного подразделения было обнаружено открытое горение. Пожарные молниеносно приступили к ликвидации возгорания. Также из соседних гаражей валил дым. Пожарные приняли решение вскрывать соседние гаражи. Собственно, когда вскрыли гаражи, также было обнаружено открытое горение. На пожаре было задействовано 5 единиц техники и 15 человек личного состава. Общая площадь горения составила 21 квадратный метр. По данному факту сотрудниками ОФКПН проводится проверка и выясняются все причины. В прошлом году в городе произошло 27 пожаров, в этом году 13. Два из них в гаражных кооперативах, столько же в квартирах, три возгорания было в бесхозных постройках, четырежды сотрудники МЧС тушили горящие на открытой территории мусор и дважды автомобили. Хотелось бы напомнить жителям и гостям нашего города о том, что в Пензенской области введен особый противопожарный режим, который запрещает использование открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности, а также пожароопасные работы с применением огня.